Все, давай. Привет, как дела? Мы сегодня собрались возле клуба BSB на презентации Кора и Рэпа. Это Ксандра. Кто? Презентация Рэпа и Кора. Сейчас здесь происходит саундчек, это клуб BSB. Через 3 часа будет наша презентация. Блять, все пока идет ровно. Скоро запустят народ, тут будет жарко. Ну, я не знаю, я приехал сюда 5 минут назад. Я никого тут не знаю, наверное, какая-то рэп-туса. Вон, видишь, чуваки, рэперы стоят. Скоро будет вечеринка, охеренная презентация альбома, охеренного альбома рэпа и Кора. 2 раза я сказал слово альбом, но настолько охеренный вообще. Это интерлюдия. Там 2 альбома. Сегодня будет шоу, сегодня будет охуенный припев, блядь, который всех пропечает. Босс будет нам он орать, будет. Нас на самом деле никто не знает, своей похуй нам на вас. Потусуемся, нахуяримся, все будет круто. Это Влади. Бля, спасибо как и рэпу, то что это их альбом, так и бля, и Кору. Сегодня будет происходить презентация альбома Кора и рэпа. Я думаю, будет это пиздатая туса. А я пришел на рок-тусу. Я думал, как обычно, в BSB будет металл. Оказалось, что тут рэп, я вообще охуеваю. Рэп, спасибо. Как всегда, дохуя рэперов. Блять, их очень много, их тут, блядь, 400 человек, как минимум. Внутри еще 1000, блядь. Я не знаю, сколько столько рэперов, блядь. Я хуй знаю, я сейчас иду. Как считаешь, сколько людей сегодня сюда придет? Не знаю точно, но думаю, придут те, кому это действительно будет нужно. Я думаю, они придут и послушают пиздатый рэпчик. Сегодня будет все охуенно. Сегодня будет полный стадион, как бы. Сегодня будет полный стадион «Динамо». Я не знаю, если честно, я хотя бы 100 человек жду. Было бы клево, если бы 100 пришло. А 200? Если будет больше, конечно, вообще ништяк. Клуб. Сегодня придет 5 человек. 5, но это будут самые нормальные пацаны. Человек минимум 80. Ну, это я все время беру меньше, чем надо. Так будет, конечно, много народу. Не выступающих, но я надеюсь, что клуб будет захлопывать. Да. Человек херово считает до 15. Поэтому как бы только 15 насчитал. Я ожидаю увидеть 20 человек и по билетам 2. То есть, ну видишь, сколько много народу. 22! Да, ну еще без билетников парочку, зайцев, короче. Я надеюсь, много. Если будет 150 человек, это уже будет. Я хочу услышать вас. Исключительно только ради вас я сюда пришла. Как бы это не я говорю. Самая старая подруга. Одна из самых. Машины с автоматами, их остерегаются, но глаза закапаны. Трава закопана, глаза следят за копами. И стачи качают узло, тёлки ветер жопами. Следи за событиями, ты лишь третий. Просто не вкнуть слова, я пишу, что видел. Мы твоя фобия, мы то, что тебе нужно. Я курю таких за ужином, это моё хобби. Это не фон, слышь, из города порно. Где слушают бутон, передвигаясь на аккордах. У моря форик или серебристый курит. В салоне пита, в салоне все забито, курит. Ночные мосты, включенные майки. Не даем им остыть, и не носим арабы и майки. Ты не дорос, а мы имеем мир 20 вес. Мой стиль прост, словно золотой вес. И кто тут крест, нахуй ты сюда по лесу. Думал, что тут скалы или проходимый лес, а? Тебе пиздец, да, это не восточный тигр. Пускай, ну точно не как ты, вонючий пига. Да я на пафосе, а не как ты на палосе. После этих слов иди, маме, пожалуйся. Открывай дверь, и мы нашли тебя, пацан, ровно ветла. Никогда нам не делай дерьма. Никогда нам не делай дерьма. Никогда, никогда нам не делай дерьма. Никогда нам не делай дерьма. Нам не делай дерьма. Нам не делай дерьма. Никогда, никогда нам не делай дерьма. Никогда. Нам не делай дерьма. Никогда, никогда. Нам не делай дерьма. Никогда. Нам не делай дерьма. Делай хардкор, делай рэп-кор. Делай хардкор, делай рэп-кор. Делай хардкор, делай рэп-кор. Либо ты здрав, либо ты...
лица. Не говори сейчас, в комнате мне не место. Вопрос тебе, сынок, чего ты сам доложишь следствие. Как можно обращать таких, как ты, называть людьми вас? Да и не супа стану малого, все же допилось. Блин, забой двока, смерть придет к мудакам. Я бью вас между ног и иду по головам. Оставь свои приколы, я надеюсь ясно тебе, что ты ребенок, четко видно твой паспорт. Делай хардкор, рэп. Угадай, кто будет сейчас ее подёбывать. Пока ты в магазине покупаешь вещь подё, я буду трахать и трахать, и трахать, трахать её. Твоя тёлка будет падом стрела белой пули. Эй, ну и пули, ты будешь шумом твоим большим. Эй, в натуре лучше покуривай и не смотри косо. Ведь если ты взяли, то, сука, будешь обосом. Я, это не пиздец. И тут все твари, блядь, и это так вообще. Эй, йо, привет всем, кто там следующий прет, сумма дока. А нам плохо, потом будет плохо. А нам плохо, осталось немного. А нам плохо, на данный момент, когда на все прет сумма дока.